Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Dealer & Play, и мы продолжаем проходить игру Visceral Clan of Detail. Так, и следующее у нас что? Так, мы с вами прошли в прошлый раз и Incubation Emergency, сейчас Gravity Drive. Да, интересный уровень, кстати. Тут надо будет включать и выключать гравитацию в каких-то местах. На данный момент мы сейчас летаем. Так, закройся. Так. Что нам надо? На самом деле сейчас бесполезно. Здесь, по-моему, или не здесь. Так, это у нас, кстати, секрет. Сейчас, секунду. Ага, я ее активировал. Сейчас сразу, пока мы летаем, я ее заберу. Она, по-моему, где-то тут в лифте. Так, вот они. Дюк Нюкем, ё-моё. Его очки. Сейчас мы их... Так, стоп, а у меня ящик не на этом этаже, да? Сейчас, секунду. А мы не поднимемся? Нет, да? Ладно, сейчас тогда так сделаем. Как мы делали. Не-не, только не вылетайте, ничего, блин. Так, куда очки-то улетели мои? Так, ладно. Так, ладно, тогда надо еще раз слетать. Так, нам вот сюда. Так. А, вот она. Это же его жвачка. Atomic Gum. Так, ну ладно. Так, нам надо все равно отключить гравитацию.
делается это отсюда. Сейчас все будет падать. Ой, сейчас все висеть будет. Все. Теперь здесь ничего не летает, и мы просто ходим. Надо, кстати. Лифтом беда. Он дальше не едет, пока тут не будет свободно. По-моему, ну-ка. Нет, не хочешь? Попробуем все выкинуть. Так, а еще раз. Нет, что-то не хочет. Так, а как же нам попасть на второй этаж? Это у нас будет своего рода камер для этого. Сжигание. Ну-ка. Так, а меня можно забрать? Что-то едет, да? Ну-ка. Ну, блин. Я не помню, как этим лифтом пользоваться. Че, опять гравитацию включать? Ну так-то и придется, да. Ну, ладно, главное, что мы все уронили. Так, сейчас так и сделаем. Так, вот теперь опять мы летаем. Ну-ка, сам поедет так-то. А, вот так не поедет. Ни хрена не понял, но очень интересно. А, ну здесь вот, в принципе, вот так можно летать. Где контейнер? Так, ну тут, в принципе, туда просто скидываем весь мусор. Все,
что найдем. Там сейчас просто все улетит прям. Ой, не ту кнопку нажал. Тут можно, кстати, пользоваться гравитацией, чтобы выливать ведра. Они не прольются на пол. Ну. Самое главное не нажать кнопку, когда находишься внутри шлюза. Да, блин. Да, мыть тут много придется. Так, тут нету контейнера-то. Ну, по 100 раз не бегать, не собирать.
принципе, можно тут прям выливать их. И равно потом там все мыть. По 100 раз. Самое последнее, что мы будем мыть, это вот как раз сам шлюз. Тоже контейнерами бегать, это себе дороже. Пока сбегаешь, уже и смена закончится. Так. Флешечка.
Так, ладно, пока с тем коридором подождем. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Бочки здесь складываются. Так, ну-ка. Ох, боже. Что я вижу? Лучше бы я этого не видел. Так, тут что-то ящики вот эти прям вообще не вписываются. Это так тесно. Их немножко уберем отсюда. Хотя бы так как-то. Так, тут я где-то видел или не видел. Пушка-то была. Точно. Мусоросжигатель. Так, ладно. Продолжаем. Блин, фонарь. Я, конечно, рад, что ты не разбиваешься, но ты мешаешься под ногами. Так, это уже все два ведра, я, по-моему.
Срач. Помните. Да, блин. Ему называется. Это кидалово какой-то просто. Так, ладно, это уже надо сверхпомощь такая космическая нужна. Так, тут бочек-то нет, да? Только коробки. Там еще кишки лежат. И банка. Флешка еще. Так вот. Пошли отсюда. Помойка, блин. Так, ладно, все хорошо, пока. Сюда нужны бочки, значит. Да, и нужно все тут еще мыть. Так, вот есть какие-нибудь бочки рядом? Ну-ка, он поедет сейчас. О, как я его более-менее помыл, он стал хорошо ездить. Ладно. Ну, мы пока сейчас займемся первым этажом. А вот бочки, кстати. Так, еще потолок надо мыть, ё-моё. Начинать мыть. Вроде все с потолком, да? Фига себе, он даже с первого удара не разлился. Так, раз. Где-то там еще бочка была. Или уже нет. Больше бочек не было. Это косяк. Тут еще трещины какие-то.
Здоров. Так, я не брал ведра, да? Или брал? А вот они. Что-то чвякнулся. Так, ну вроде все. Это нам мешается. Наверное, самая грязная комната будет. Ну, все красиво пока. Да, в этом уровне лучше чаще не на пол смотреть, а на потолок. Нифига себе, оказывается, он не красный. Пульт управления. Туда надо.
Тихо. Я не принес этот там контейнер. Так, это у нас флешка. Сейчас покладем в контейнер, чтоб он выглядывал. Че это за перекати человек, ему есть перекати поле, а есть перекати человек. Покатился, главное, куда понял. Баги, за что мы их видим? Так вот это уберем. Все. Так, тихо. Ладно. Так, стоп. Давайте тогда уж. Раз уж мы с пушкой тут перевес. Где мы сможем дотянуться, там и здесь. Ну так не надо. Ну его нафиг. Вот этих не хватало на штуку. Сразу помою.
А где я тут видел пачку-то? Так, продолжаем жечь эти трещины. Тут еще мыть надо, ё-моё. Дотянулось. Да. Вроде трещин больше нет. Только вон там. Но я до туда не дотянусь. Или дотянусь? Не, не дотянусь. Это точно. Так, давайте помоем, где мы сможем дотянуться. Да, тут, блин, надо это. С ведрами сюда идти. Так, давай аккуратно, тут куча всего. Здесь высоко. Сейчас проверим. Да, тут высоко. Так что здесь можно выливать воду. Можешь его подвинуть просто вот так и все. Тут надо это, мне кажется, летать. Вот так. Ну что? А, вон тут кровавое пятно. Thank you.
есть, кроме, оп, кроме значка Duke Nukem. Вот бы было круто, да, на него нажать, как в Duke Nukem, и уровень бы закончился. Но нет. Так, сейчас я еще полапаю, тут что есть. Так не надо. Так, стоп, где у меня банк-то, блин? А, вот она. Так, сейчас погодите. Дальше я все предлагаю под гравитацией делать. Косяк. Да и закрою сразу. Ничего тут не вылетело.
какую-то кишку зажал. Так, ладно. Это удар тело. И ты тут. То я знаю, сейчас весь мусор оттуда вылетит нафиг. Хорошо так летит по тоннелю. Те бочки, те. Так, сейчас. Ящики, если я не ошибаюсь, там на второй уровень. Так, все что ли? А вон еще спряталась. Так, ну все. Так, раз уж мы летаем. Красиво. Ну-ка. Это он ругается, наверное, на ведро. Хотя вон наверху тоже можно там поругаться немножко. Ну-ка. Как видите, ведро пролилось, но ничего не вытекло, потому что гравитация. Щит. Гравитации нет. Но зато ведро пролилось. Так, вот, сейчас. Сюда. Дойди. Железяка. Как-то лучше встать. Вот. Так, давайте еще кое-что полетное совершим. Стоп. Так, ты можешь как-нибудь? Спасибо. Тут что-то и горело немножко. Ну тут пипец. Предлагаю все ящики сюда наверх кидать. Потому что ящики наверху. Сейчас я еще раз посмотрю, что тут есть.
Да блин. Плевайся туда. Все. Молодец. Так. Ну, конечно. Надо там чуть-чуть помыть, кстати. Так, стоп. И вот здесь чуть-чуть. Это, блин, как-то некрасиво. Ну, взлетай, ё-моё. Где там твои крылья? Ты реактивную тягу используешь. О, начинается. Куток мяса. Лети вместе с ним туда. Так. Я здесь смогу? Или тут закрыто, да? Лифт-то закрывается, когда... Ладно. Так, шахту надо будет тоже мыть. На лету причем. По-другому мы ее мыть не сможем. Хотя че я мозги делаю? Я же могу не только через этот проход еще все коробки перекидывать. Есть же еще вот здесь проход.
Вот эти бочки, кстати, будут стоять так. Почти. Если их не трогать. То, блин, получится большой крюк с этими коробками. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Почему-то мне сразу эта песня вспоминается. Ну, все логично. Потому что в космосе. Как там волк из «Ну погоди» летал. Так, я тут что-то где-то, что-то, погодите. Вот. Мусор видел. Так, давайте его пока сюда положу, вот так вот. А то мы сейчас откроем шлюз, а ты там оттуда весь мусор полетит. Так, есть еще какие-нибудь коробки? Все, да? Только бочки остались. Ну и хорошо, бочки наверху, коробки внизу. Все. Конечно, тут, наверное, тоже есть бочки на верхнем этаже, но это уже совсем другая история. Так. Нам сейчас самое главное, да. Все, да? Сейчас еще раз посмотрю внимательно. А, вот коробочка. Там, наверное, мне кажется, все коробки-то и не влезут на склад. Ладно. Что поместится, то поместится. Главное, что мы все коробки перенесли, а там уже влезет, не влезет. Уже другой вопрос. Ну все, походу хватит ли. А нет, давайте пока мы летаем. Сейчас, конечно, это будет интересно, но я попробую. Так, пусть оно вот тут и лежит, оно как раз стабильно закреплено. Нам надо помыть шахту. Не, надо сюда ведра нести, я заколебусь так мыть. Так, ведро. Самое главное бить сверху вниз в него, чтобы оно никуда не улетало. Ни сбоку, ни слева, но... А именно сверху вниз, прямо так. Над ним так, оп. И все, и потихоньку все тут моем. Чтоб шахта блестела. Все.
И ничего не будет. Все официально. Так, давай ты тут пока повисишь. Тут, по сути, вот этой шахты с радиоактивным знаком не должно быть. Она здесь появилась, потому что я нашел секретку, так сказать, пасхалку. Поэтому она тут как бы есть. Так ее быть вообще не должно. По сути, вот до двери и все. А это вот просто открылось. Так, теперь пойдем помоем ту шахту. Ай, блин. Ну ладно. Не беда. Так, вот эту шахту помоем. Не проливайся, пожалуйста. Тут всего лишь чуть-чуть помыть надо. Сейчас мы его так ударим, чтобы оно чуть-чуть к нам... Не, оно чуть не поворачивается. Думал, повернется, вернется в свою колею, но нет. Вроде все, да? Все чисто, он, смотри, танцует, блин. Так, как же нам тут быть? Так, ладно, давайте вернем гравитацию и посмотрим, что мы сможем наделать. Вот так вот, оказывается, тут еще коробки были. Сейчас, погодите. Сейчас я их тоже туда верну. Ну и ладно. Так, все, давай возвращаем. Все. Еще коробка. Вы что, издеваетесь, что ли? Откуда вы себе появляетесь, коробки? Вы охренели, что ли? Ну-ка, погоди, а если я вот возьму бочку, я не смогу с ней подняться? Нет, все нормально. Тут, по-моему, лифт, он... ругается на загрязнение.
когда он грязный, он не поднимается. Когда он... Так, ну-ка. Все нормально. Так, хорошо. Так, ну сейчас я бочечками немножко подвинулся. Так, тут еще у нас же шлюз. Кишку я немножко раздавил. Так, давайте немножко мусора выкинем. Да, это последняя комната, где мы будем убираться. Окончательно. А в смысле? Ах ты козел, ты балерина, ё-моё. Танцевал, танцевал, решил упасть сюда. Ты меня попачкал, пазл. Так, надеюсь, ты ничего не испачкал мне там шахту. Ладно. Не испачкал, так не испачкал. Есть? Нет. Вот ты еще тут лампа. Иди нафиг. Что еще тут цилиндрическое? Там какая-то ачивка есть с магнитофоном. Вот в этой локации гравитационной, только я не помню, что надо делать. То ли его включить во время гравитации, то ли чё. Давайте это попозже разрешим с этим делом. Так. Так, тут бочек нет, да? Ну, все нормально. Кишочка. Что она тут забыла? Как я ее забыл? Она. Так, сейчас. Еще один. Блин, ну куда вы все взялись? Я же ничего не делал. Ну-ка. Все, чисто. Thank you.
Мне что-то кажется, что этих бочек будет достаточно. Бочка какая-то с зеленым каким-то пятном. Непонятно. Так, ну все вроде. Так, ладно. Давайте все-таки нам надо второй этаж тоже зачищать. Лучше, конечно, в этом сумасшедшем лифте вести все поодиночке. Ведро было в каждом этом. Вот. Все, поехали. Сейчас так прыгают, блин. Просто представьте, что будет с тремя ведрами. Так. Уборку на втором этаже заказывали. Вот ящики. Так, мне бы еще эту привезти сюда, пушечку. А вон есть. Давайте немножко тут тихо. Так, ну тут есть бочки, их можно, в принципе, будет потом скинуть. Так, дайте мне контейнер. Так, надо складывать. Аккуратно все сделаем. Тихо. Ой, что-то я там размазал. Вот оно.
Так, давай сюда. Нет, ты меня не заставишь. Кишка была. Нету нигде никакого светильника. Ладно, мы сейчас за ним съездим. Чтоб нам светлее работалось. Возьмем вот этот, потому что он не разбивается. Как раз мне в туннель светить будет. О, все видно. Так, закончилось уже. Так, аккуратно. Только пролейся, падла. В лифте. Грязный туннель.
Успокойся. Вы что-то хотите сказать, что тут чисто, да? Ни капельки. Ладно. Сейчас принесу еще одно ведро. Надеюсь, это не кровь. Тут только банки, по-моему, остались. Пачкаешься. Вроде я все светил, ничего тут не было. Пачкающего. Так, ну-ка. Тихо. Гравитация отключена. Сюда еще что-нибудь влезет. Надо еще один контейнер брать тут.
тут, конечно, мясо. Так. Может, что-нибудь сможем отнести еще? Так, это я относить не хочу. Это я просто так сейчас положу. Это надо на первый этаж везти. О, ха. Видимо, она летала над этим генератором. Потом она просто встала. А я эту контейнер под флешки использую. Так. Ладно. Не, я могу пока тут что-нибудь пожечь. Стаканчики вон. Бумажки. Тела можно немножко пожечь. Так, ладно. Больше я пока ничего не могу. Так, все, да? Давайте спустимся. Блин, так аккуратно. Ну, с Богом. Ведра спаслись. А вот контейнер перевернулся. Ладно, сейчас мы. Главное, что лифт не застрял. Но он вниз-то не застрянет, а вот вверх, будучи грязным, он не поедет. Тихо. Сейчас мы это все как кинем. Так, а вот и флешки нас тут поджидают. Так, всякие вот эти баллоны. Ой-ой-ой-ой, так аккуратненько.
А, я еще там слежу, да? Ладно. Так, аккуратно. Господи. Как же эта комната зависнет, когда я... Так, а может выпустить? Давайте выпустим все, что тут есть. То что-то подтормаживает. Почистим немножко. Сейчас как улетит все. Космический мусор, блин. Все. Пачкать тут нельзя. А, тут кишка у нас. Сейчас. Че их не складывают, а? Так, пока стойте тут. Так, я все вывалил, да? Ну, вот, более-менее почистили. Так, стоп. Ну, начинается. Бочечки. Давайте мы так пока сейчас отнесем. Так, есть еще бочки-то или все уже? Так, вроде все красиво. Да, конечно, тут мусор еще тот. Так, сюда. Сейчас мы... Так, давай сюда. Сейчас я еще ручками потрогаю. Так, тут ничего нет. Ну что это такое? Ну что это? Что это? Thank you.
А это что такое? Это косяк. Еще флеш. Тут что, получается только одна флешка, что ли, на все. Что-то мало тут людей как-то. Окей, так. Забираем все ведра. Так, мы их сейчас по одному, потому что лифт сумасшедший. Так. Давай ведро какое-нибудь красивое. Тут надо помыть. Значит, надо было так засрать все. Тут закрыто. Так, все, тут чисто, да? Просто подобрать. Так, бочку, в принципе. Где я бочку-то видел? Можно аккуратненько скинуть туда вниз. Сейчас так. Нормально. И вот это тоже. Я думаю, ничего страшного. Так, вот еще бочка. Так, вот тут Дюк Нюкем нашелся. А то все разлетелось в самом начале из ящиков. Блин, а? Что-то так ящиков много.
Здравствуйте. Так, от Боба. Я вот все время кладу из убежища. Там есть два письма от Боба. И почему-то иногда они опять спавнятся там, откуда я их брал в убежище. Вот. Сейчас у меня два письма, хотя их всего четыре я нашел пока что. Короче, непонятно. Так, все, да? Больше ящиков, но сейчас я все равно вот эти два доставить. Сейчас мы их просто здесь где-нибудь поставим. Все, да? Так, больше тут ничего нет. Что самое забавное в этом уровне, я вот заметил, что тут вроде есть места для аптечек. Точнее, не места аптечек, а сами аптечки есть, а мест для них нет. Хотя генератор предметов предлагает аптечки на этом уровне. Упади, падла. Так, все нормально. Все, поехали. Нет, что-то контейнер вообще это ругается на лифт. Не может он стабильно ехать. А ведра нормальные. Так, ну в принципе я кидаю этот контейнер. Я бочек накидал еще немножко. Последние как раз. Как четенько оно там стояло. Все, с бочками и с ящиками все. Так, теперь нам надо последнее это помыть. На шлюз. Шлюз. Понятно. Так, тут высокая. Ладно, я использую гравитацию, чтобы перевернуть ведра, не вызвать еще больше крови.
Чё там? Наверное, так грамотно-то и делается. Ставятся тут ведра. Но в последний момент просто включается гравитация. Все ведра проливаешь без капли крови. Ну, вроде все пока. Сейчас мы что? Сейчас включаем гравитацию. Ну, полетело мясо. Раз. Так. Закрываем. И все это уносим. Сейчас, наверное, все равно что-то попачкает. Ну да, это. После кишков там, которые были. Ну, по крайней мере, уже не так грязно. Ну а что ты тут ругаешься-то? А, вот на это что ли?
Пока шлют чист. Вижу. Земля в иллюминат. Блин. Ладно, я этого не видел. Окей. Тихо. Вот это кончу. Да ё-моё. Ага, вижу. Вижу уже без этого. Секунду. Хотел как лучше. Сейчас все найдем. Так, ну-ка. Все. Тут, наверное, просто какое-то пятнышко было. Так, а что у нас по мусору? Прям вообще орёт. Ну-ка, погоди. Может, тут что-то орёт. А, ну тут наорёт на мои эти. Так, а чё там в шлюзе-то, я не понимаю. Грязь, что ли? Вот так вот еще все тут мыть это. Сейчас я домой быстро. Мне все-таки интересно.
Че он тут ругался? Не знаю. Ладно, хрен с ним, я не знаю. Так, давайте посмотрим, что можно сделать с магнитофоном. Его надо включить во время гравитации, что ли? Читаю по достижению. Ну, типа наоборот, просят выключить его. Это будет нелегко. Нам надо куда-нибудь его так. Да, если его ударит, он. Надо его вот сюда подсунуть. Что это, блин? Оп. Все, я получил Master of Beats. Это надо было выключить вот этот магнитофон, будучи под гравитацией, короче. Кошмар, блин. Ну да, типа попробуй попасть в кнопку стоп. Он тут весь... Он и так бешеный, блин, этот магнитофон. Он прыгает постоянно, когда играет. А тут, считай, гравитация и все такое. Так, ладно, давайте сейчас проверим, что у нас. Все красиво или нет.
Нет, что-то не понравилось. Насколько нам не... 99%. Так, давайте вернемся. Может, надо было отключить гравитацию? Блин, ну сейчас попадают все эти ящики. Хотя смотрите, как оно все ровно легло. Практически. Давай попробуем. О! А как я выключил гравитацию, все хорошо. На 101%. Так, давайте достанем наши трофеи. Вон дюкнюком, видите, какие он очки радиоактивные. Так. И бубльгум его. Нет, жвачку достанем. Вот. Атомик гам, да. Так, вот у меня все время, я уже говорил, что у меня пропадает записки Боба. Вот первая записка. Их потом просто надо будет кое-где применить для достижения. И вот здесь вот. Где расчлененочка? Вот. Пока что на данный момент должно быть 4 записки. Ну вот, все, пока. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.